Всем привет, меня зовут Лугов Алексей, я руководитель проектов. Проектами занимаюсь более 5 лет, в сфере IT уже более 10 лет. В моем портфолио проектов есть разные проекты, начиная от маленьких до больших, есть программы. Я хочу рассказать о курсе по управлению IT-проектами, чем будем заниматься, что вы будете уметь, когда вы закончите курс. Мы обязательно рассмотрим, чем отличаются IT-проекты от других проектов, какие техники, методологии используются в проектах, как управляться командой, как управляться, как мотивировать команду, как набирать людей, как распускать команду, когда проект закончился, как управлять рисками. Неважно, на каком этапе проекта вы зашли, то это новый проект, это поддержки проекта, это любой проект, вы будете уметь им управляться. У вас будет набор всех инструментов, методологий, техник, которые необходимы для полноценного и качественного управления проектом. Курс построен максимально практически для того, чтобы мы могли на практических кейсах отработать эти навыки. Поэтому хочу пригласить вас на замечательный курс управления IT-проектами в WebAcademy. Буду рад видеть на наших занятиях.